Это ты? Я просто музыкант. Блин, вы заказываете, что хотите. Да ну нафиг. Шняга, шняжная. У тебя говно сорта летит, ты брузговик-то ставь. Сейчас будет рубрика «Гитарист в чат-рулетке поет любимые песни». И по традиции хочу разыграть вам бесплатно 3 видеокурса по гитаре и вокалу, по моей методике, если хотите играть и петь. Просто поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал. 3 условия. Досмотрите до конца, в конце видео будет трешовый персонаж. Приятного просмотра. Здорово. Привет. Ты что там строишь, что ли, что-то? Гитара у тебя, да? А, да, я музыку строю тоже. Я тоже играю, так чуть-чуть. Кайфово. Блин, у тебя так классно за окном. Еще солнце, это где у тебя? Ты где сейчас? Польша. А что ты любишь играть на гитаре? У тебя есть там предпочтение? Да много чего. Ну, в основном так играю на электрогитаре, там солики всякие. Ну, так кино, не знаю. Кино. Что там еще? Ну, Цоя в основном. А, здорово. Что знаешь с кино? Ну, давай я тебе спою. Песню «Бездельник» называется. Послушаю с удовольствием. Прям оттуда хочешь? Ну, смотри. Гуляю, я один гуляю, что дальше? Я не знаю, не дома, никого не дома, я лишний, словно куча лома. Я бездельник, мама, мама. Да, за проигрыш респект тебе. А, ну да, ты же любишь солики играть. Ну, в данном случае я бездельник, раз блин. Сижу здесь пою, а ты работаешь, блин. Блин, ну круто, круто. Очень как круто тебя играть. Найти-то? Есть в инсте там где-нибудь? Канал у меня есть тоже на ютубе. О, круто. Мне тоже. Как называется, тоже напиши. Вот, смотри. Хижина музыканта. Да ну нафиг! Ты чё, знаешь, что ли? Нет? Нет, не знаю. А, ты просто ляму увидел? Да. А. Круто, я не ожидал на такого попасть, как ты. Как ты перебрался-то в Польшу? Или ты там родился? Нет, я из Украины. Ребята, наверняка ваш телефон забит ненужными приложухами, играми, вместо того, чтобы юзать реально полезные приложения по типу Timbro, который позволяет научиться играть на гитаре, используя всего лишь вашу гитару и телефон, без подключения. Представим, что у вас нет настоящей гитары, поэтому переключаемся на виртуальную и... Играем прямо на телефоне. Ребята, просто попробуйте. С вас не убудет. Ссылочка в описании под видео. Привет! Стой, не уходи! Сыграй чего-нибудь! Не, стой! Сыграй! Давай. Ладно, что хотите, да? Давай! Пожалуйста! А что хотите? Старое что-нибудь? Выходила на берег, Катюша. Про любовь чего-нибудь. Про любовь? Хорошо. Вот такая есть песня. А, вот. Твой звонок раздался ночью, я услышал в трубке голос твой, ведь я его так ждал. По твоим соскучился губам. Наплевать на ураган, наплевать на злой туман, но я приду, ведь ты моя судьба.
нравится. Наконец-то я эту песню спел. Спасибо, что... Красивый голос. Вообще молодец. Выходи замуж за меня. Оставляй инсту и поехали. Куда поедем? Замуж. Привет. Привет. Меня искала, что ли? Конечно. Ну, а ты сразу так руку убрала. Просто я видела гитару. А-а-а, не меня. Ну, давай я ставлю в кадр гитару, а я и сам пойду. Будешь смотреть на него сколько хочешь. Сыграй что-нибудь. Эх! Чего играть-то? Тебе за 20? Да. Хорошо, сыграй что-нибудь. Хорошо, давай свою песню, окей? Твою? Да, я просто песни пишу тоже. Ух ты, давай. Я попробую. Такая мотивационная песня. Давай. Не уснуть, если в голове такие планы. Снова в путь. Собираем чемоданы. Не забудь, наше время не пока молодой, двигай за мечтой, двигай за мечтой. Пока молодой, сидит ногой, по дороге в рай, если ты со мной. Пока молодой, двигай за мечтой, двигай за мечтой. Пока молодой, я свободен, да, словно выпускной. Очень красиво. Видишь? О, блин, прикольно! Все, я сегодня рекламирую свою песню, называется. А! Красиво поешь, играешь на гитаре тоже. Спасибо, спасибо. Ой. Я просто в Дубае недавно был, снял на нее клип, сейчас буду монтажить. Фига и скоро ты? Выпущу. Ты ее можешь, кстати, найти. Пока молодой называется, в полной версии. О, здорово. Как делишки? Ты не тиктокер? Нет. Ты похож на тиктокера. Какого? Я просто музыкант, который выступает в ресторанах. Могу тебе что-нибудь спеть. Давай. А что ты любишь? Я разное слушаю. А вот эту помнишь песню? Ну, раз ты в тиктоке любишь сидеть. Я не могу дышать. Мне не видно неба, я не могу понять, был ты или не был, ветром по волосам, солнце в ладони твоя. Отпускаю и в небо улетаю желтыми листьями наше прошлое лето с телефонами, глупыми письмами. Отпускаю и слезы высыхают на ресницах, но как же синие звезды нам с тобой могли присниться. Это очень красиво. Спасибо. Ты любишь этот трек? Конечно. Я не в ТикТоке сижу, зато вот здесь сижу. Узнал? Что это такое? Вот. YouTube. Я поняла. Привет. Привет. Отдыхаете? Да. Ты? Почти, да. Распеваюсь там, тренирую вокал, могу вам что-нибудь спеть, если хотите. Давай. Ну давай я попробую одну сложную песню, если дослушаете, конечно. Вы знаете ее наверняка, там «Монеточка» пела или... Ну, известная песня, «На заре» называется. Так, сейчас. Рулный бег, мои звуки, ночь печаль и блеск. Сегодня чат-рулетка почему-то сводит именно с алтайскими. В тот раз сводил с красноярском. У него странный алгоритм, конечно. Здравствуй, Карина. Чего вы там, сопли что ли на потолке? Ты сопли подбери свои. К сожалению, вот с такими неудачниками проживает огромное количество женского пола нашей страны и плодят таких же имбецилов, как они сами. Очень печально за наше будущее. Ну? Ну, а что дальше-то? Объясни мне. А?
Че дальше? Че тебе объяснять еще что ли? Ты что, обезьяна ебать? Ты что, ты мне объяснил по-русски ебать? Или ты меня сейчас оскорбил? Ты мне скажи, я с человеком болтаю, что ты тут врубился? Каким там человеком ты болтаешь, поясни-ка? С двумя девушками. Че, ты их еще и за людей не считаешь, что ли? За людей не считаешь? У тебя говно сорта летит, ты брусговик-то ставишь свой ебать, или что ты? Алло, если ты русский, понимаешь, я тебе говорю, щеки убери, муху для разговора. А ты хули все мимо ушей пропускаешь? И влезаешь в чужой разговор. Смотри, ну ладно, это все хуйня. Ты номер телефона сможешь сюда оставить? А зачем я буду тебя оставлять? А, все, съебался там отсюда, ебать. Ха! Как видите, ребята, приходится работать вот с такими быдло в чат-рулетке, тратить свои нервы, время и отбирать только самый лучший позитивный контент для вас. Оба, здорово. Рональдо, да? Рональдо, да. Русский Рональдо, блин. На гитаре умеешь играть? Ну да. Хочешь послушать, что ли? Да. Чё именно? Чё слушаешь? Давай, короче, Женя Общажная. О, нифига ты вспомнил. Кстати, прикольная, давно не играл я. Давай, сейчас попробуем. Давай. Так, так, так. Я 3 года в общаге. Я в ней ем и в ней сплю. Я дружу в ней с друзьями и с девчонкой мучу. Могут выселить гады, комендант у нас зверь. Что ни день, то запара, то потеря Шняга шняжная, жизнь общажная, беспонтовая, но прикольная. Жизнь общажная, алкогольная, так-то шняжная, но прикольная. Чувак, ты хуйня играешь. Спасибо. Че, слезу не пустили еще? Пусти. Ты так, знаешь, слегонца. Пустили. А ты где живешь? Я в Казани, а вы? Ну, мы сосед рядом. Мы рядом, Оренбург. Знаешь такой город? Конечно. Да, да. Итоги розыгрыша подведу в своем телеграме ровно через сутки, поэтому подпишитесь. Кстати, всякие анонсы, встречи, концерты, все публикую именно там. Ежедневные сторисы, влоги, тренировки тоже можете увидеть там, поэтому подписывайтесь, ребята. Напишите в комментариях, какая реакция, какая песня вам понравилась больше всего. Всем пока, увидимся!